В малом зале КСК КФУ «Уникс» подвели итоги проведения большого мероприятия, которое было приурочено к празднованию Дня студента. 24 января – Татьянин день в Казанском университете. И 25 января – участие студентов «Альма-Матер» в республиканском праздновании Дня студента. На протяжении многих лет сохраняется эта преемственность и отмечается День студента на широкую ногу, объединяя тысячи студентов, выпускников и преподавателей. Был большой праздничный концерт, было задействовано большое количество и наших обучающихся, творческих коллективов, особо проявили иностранные студенты. Оно действительно было очень масштабным, очень массовым, очень насыщенным. Я думаю, что именно работа этой большой и слаженной команды позволила дать высокие результаты. Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета наградил директоров институтов, педагогов творческих коллективов, режиссеров и студентов, которые приняли активное участие на мероприятии с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Диана Шайхетдинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.